люди, которые работают за барной стойкой, и зачастую в ресторанах нет персонального сомелье, который бы занимался бы этой работой, продавал бы вино, то бармен, к большому сожалению, не знает о вине практически ничего. И особенно в контактных барах, где люди сидят за барной стойкой, задают вопрос, а какое у тебя вино есть, и он называет там белое, красное, Италия, там, и не более того. Когда задаешь конкретно, кто производитель, он ответить ничего не может, сейчас посмотрю. Поэтому я считаю, что бармен в любом случае, если это хороший бармен, он должен знать все о вине и уметь рассказать хотя бы на самом низком уровне, но смог бы объяснить из того ассортимента, который есть у него в баре, что это за вино и для чего оно нужно.